Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как связать вот такую очень простую в выполнении повязочку платочной вязкой. Я вязала в предыдущих видео уже сарафанчик на девочку 2 годика. Здесь у меня осталось небольшой моточек пряжи с этого сарафанчика, со второго мотка. И я решила сделать дополнение, наборчик, вот такую повязочку с бантиком. Для тех, кто хочет связать сарафанчик, конечно же, ссылочку я оставлю под этим видео. В зависимости от выбранного материала вы сможете связать как летнюю хлопковую повязочку, просто в качестве украшения под сарафанчик, либо же наоборот, если вы выберете полушерсть либо шерсть мериноса, то, соответственно, будет повязочка тепленькая и подойдет для осени. Я вязала повязочку на девочку 2 годика в соответствии с обхватом головы 49-50 сантиметров. У меня по высоте где-то 7,5 сантиметров, по полуобхвату нерастянутого состояния 19 сантиметров. В зависимости от этого вы можете ориентироваться и вязать на любой абсолютно размер. То есть, в принципе, такую повязочку, я считаю, что может носить девочка и 7-9 лет. То есть, в принципе, в зависимости от выбранного качества пряжи и выбранного размера, вы подбираете спицы и приступаете к вязанию. Я надеюсь, что вам понравилось. Не забудьте лайкнуть. Кто еще не подписан на мой канал, не забудьте подписаться. Будет много чего нового и интересного. И приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать остатки пряжи, которые у меня остались при вязании сарафанчика. Это фирма Lanosa, серия Minty, 315 метров 100 граммов, чистый акрил. Более подробно о данной пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Вязать я буду чулочными двумя спицами поворотными рядами номер 3. Хотите, по желанию, можете использовать абсолютно любой номер в зависимости от вашей пряжи. Но я всегда рекомендую, к примеру, если пряжа рекомендует вам производитель использовать спицы от 3 до 5, то берите самый меньший размер. Тогда у вас будет вязание более плотнее и красиво смотреться. Также нам понадобится крючок для заправки краешек ниточек. У меня это 1,75, можете взять любой до троечки, ножнички и сантиметр, либо канцелярская линейка. Для начала нам нужно набрать на обе спицы 4 петельки. Набираем любым способом. 2, 3 и 4. Далее достаем одну свободную спицу и начинаем вязать за обе ниточки первый ряд. Первую кромочную снимаем, далее делаем накид. И следующие 2 петельки вяжем лицевыми петлями. Далее снова делаем накид и кромочную последнюю петлю вяжем изнаночной. Далее пускаем вот этот вот коротенький краешек ниточки и дальше продолжаем вязать лишь только рабочей ниточкой, которая идет к мотку. Мы завязали коротенький краешек ниточки, в дальнейшем его нужно будет только лишь отрезать. Первую кромочную снимаем, далее нам нужно провязать накид. Накид мы берем за дальнюю стеночку и вяжем лицевой петлей. Так как это платочная вязка, то все петельки и с лицевой, и с изнаночной стороны мы будем вязать лицевыми. Поэтому средние 2 петельки вяжем 2 лицевые. И далее за дальнюю стеночку накид также провязываем лицевой. Кромочная петля у нас изнаночная. Разворачиваем на третий ряд. В третьем ряду и во всех нечетных рядах мы будем делать накиды после кромочной петли и перед кромочной в конце ряда. Кромочную петлю снимаем, далее делаем накид. Средние уже 4 петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Далее делаем второй накид и кромочную изнаночную петлю провязываем обычным способом. Теперь разворачиваем на четвертый ряд изнаночный. Кромочную первую снимаем. Далее накид вяжем за дальнюю стеночку лицевой петлей. Все 4 центральные петли вяжем лицевыми. И второй накид в конце ряда вяжем также лицевой петлей за дальнюю стеночку. Кромочная петля, изнаночная. В пятом ряду мы также кромочную снимаем и делаем сразу же после нее накид. Центральные уже теперь 6 петелек мы вяжем лицевыми петлями. Перед последней петлей кромочной делаем второй накид и последнюю петлю вяжем изнаночной. В шестом ряду мы накиды перекрещиваем лицевыми петельками. Первую кромочную снимаем, далее за дальнюю стеночку вяжем накид лицевой перекрещенной петлей. Центральные все 6 петелек мы вяжем лицевыми петлями. Далее перед кромочной петлей
провязываем второй перекрещенный накид за дальнюю стеночку и последняя кромочная петля изнаночная. И вот таким вот образом продолжаем в каждом нечетном ряду добавлять накид после кромочной. Средние петельки до последней кромочной петли мы провязываем лицевыми петлями. И перед кромочной последней петлей делаем второй накид. Кромочная петля у нас изнаночная. В следующем ряду четном мы поворачиваем вязание, кромочную снимаем и накид провязываем лицевой петлей за дальнюю стеночку перекрещенной лицевой. Далее средние петельки все вяжем лицевыми петлями до следующего накида. И перед кромочной петлей накид наш также провязываем лицевой за дальнюю стеночку перекрещенной петлей. Кромочная петля изнаночная. Снова в нечетном ряду кромочную петлю снимаем, делаем накид. Центральные все петельки до последней кромочной петли в конце ряда провязываем лицевыми петлями. Перед кромочной делаем накид. И кромочную петлю провязываем изнаночной. А в нечетных рядах мы снимаем кромочную, вяжем перекрещенной лицевой петлей за дальнюю стеночку лицевую нашу с накида. Далее средние все петельки вяжем лицевыми петлями. И далее снова перед кромочной петлей наш второй накид в конце ряда вяжем лицевой перекрещенной петлей за дальнюю стеночку. Кромочная петля, изнаночная. Вяжем прибавление до тех пор, пока у вас не окажется вместе с перекрещенными накидами с изнаночной стороны 18 петелек. Затем разворачиваем на лицевой ряд, вяжем все петельки лицевые. Кромочную снимаем, последнюю петлю кромочную провязываем изнаночной. Затем, повернув на изнаночный ряд, снова кромочную снимаем. И все 17 петелек лицевых и последняя 18 петля, это кромочная петля, изнаночная. То есть просто туда и обратно провязываем по ряду лицевыми петельками. Как бы закрепляем наши накиды, но уже ряд не делаем накиды, не прибавляем петельки. То есть просто 18 туда, 18 обратно. И далее мы начинаем делать убавление. То есть сейчас мы делали расширение из 4 петелек, а затем начинаем делать убавление. Вот эти два ряда, то есть ряд туда и обратно лицевыми, мы провязали для того, чтобы не сделать слишком такой вот острый уголочек. Теперь кромочную снимаем, далее у нас идут 2 лицевые. Мы вяжем вместе 2 лицевые одной петлей. Далее вяжем все петельки лицевые до последних 3 петель этого ряда. Просто вяжем обычным способом платочной вязки. Дошли до 3 последних петель. 2 петли вместе провязываем одной лицевой снова. И кромочная петля изнаночная. Это у нас был нечетный лицевой ряд. В четном изнаночном ряду кромочную снимаем и вяжем просто все петельки лицевые. Последнюю петлю ряда мы будем вязать изнаночной, как и прежде. Снова в нечетном лицевом ряду кромочную снимаем. Далее следующие 2 петельки вяжем вместе одной лицевой. Сделали убавление. Далее вяжем все петельки лицевые до 3 последних петель ряда. В конце осталось 3 петельки, мы 2 провязываем вместе одной лицевой, то есть делаем убавление и кромочная петля изнаночная. В четном изнаночном ряду мы вяжем все петельки лицевые, кромочную снимаем, далее все петельки лицевые, последнюю кромочную петлю вяжем изнаночной. То есть обратите внимание, что мы делали расширение через ряд, делали накиды. И в каждом четном ряду изнаночном мы эти накиды провязывали просто перекрещенными лицевыми. То есть сделали прибавление через ряд. Ряд сделали накиды, провязали. Ряд сделали накиды, провязали. Делали постепенное прибавление. Сейчас делаем точно такое же постепенное убавление. Ряд провязываем с убавлениями. Дальше изнаночный ряд, просто петельки лицевые. Ряд с убавлениями, ряд петельки лицевые. Снова сейчас мы находимся в нечетном нашем лицевом ряду, кромочную снимаем, далее вяжем 2 петельки вместе одной лицевой. И все петли остальные просто лицевые до последних 3 петель ряда. В конце остается 3 петли, мы вяжем 2 петли вместе одной лицевой и кромочная петля
изнаночная. В изнаночном ряду снова кромочную снимаем и все петельки вяжем лицевые. Последняя петля ряда изнаночная. В лицевом ряду опять кромочную снимаем, сразу же делаем убавление, провязываем 2 следующие петли одной лицевой вместе. Далее вяжем все петельки лицевые до 3 последних петель ряда. В конце предпоследнюю и третью с конца вяжем вместе одной лицевой, делаем убавление, последнюю кромочную вяжем изнаночной. С изнаночной стороны кромочную снимаем и вяжем все петельки лицевые. В конце петля кромочная, изнаночная. Развернув на лицевой ряд нечетный, снова кромочную снимаем. Далее вяжем 2 вместе одной петлей лицевой. Делаем убавление. Все петельки до 3 последних петель ряда вяжем лицевые. В конце вот эти 2 петельки перед кромочной вяжем также 2 вместе лицевой. И кромочная петля изнаночная. У нас, как вы видите, осталось 8 петелек. С изнаночной стороны кромочную снимаем. Все центральные петельки вяжем лицевые, кромочную петлю вяжем изнаночной. И теперь, довязав изнаночный ряд, вот эти 8 петелек нам нужно провязать 10 рядочков поворотными рядами. До тех пор, пока у нас не окажется 5 вот таких вот изнаночных рядочков. 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот такое расстояние. Нам нужно связать без изменения вот эти 8 петелечек, чтобы получился такой вот квадратик из 8 петелек сюда и 10 рядочков в длину. То есть вяжем кромочную, снимаем все петельки, вяжем лицевые, кромочная петля изнаночная, это первый ряд. Разворачиваем, вяжем изнаночный второй ряд, третий лицевой, четвертый изнаночный, пятый лицевой, шестой изнаночный, седьмой лицевой, восьмой изнаночный, девятый лицевой, десятый изнаночный. И встретимся с вами в 11 ряду. Связали квадратик платочной вязки, и теперь мы начинаем делать снова такое же расширение, которое делали с 4 петелек до 18. Только теперь мы будем расширять не с 4 петелек, а с 8 петелечек. То есть кромочную снимаем, делаем накид и вяжем средние 6 лицевых петель. Далее перед кромочной делаем второй накид и кромочную петлю вяжем изнаночную. Разворачиваем на изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Далее вторую петлю накид вяжем перекрещенной лицевой за дальнюю стеночку. Дальше 6 вяжем лицевых петель по рисунку. И второй накид мы вяжем перекрещенной лицевой за дальнюю стеночку. И кромочная петля у нас изнаночная. Снова разворачиваем на лицевой ряд, кромочную снимаем, делаем накид и уже вяжем центральные 8 петелечек лицевыми. Перед кромочной последней петлей ряда мы делаем второй накид и кромочную провязываем изнаночной. С изнаночной стороны кромочную снимаем, далее накид вяжем за дальнюю стеночку, далее вяжем все петельки до накида лицевые и накид провязываем также лицевой, но перекрещенной петлей за дальнюю стеночку. И кромочная петля изнаночная. Вот таким вот образом в каждом лицевом ряду мы добавляем по накиду после кромочной и второй накид перед кромочной последней. А в изнаночном ряду мы вяжем все петельки лицевые, только накиды вяжем лицевыми перекрещенными петельками до тех пор, пока в изнаночном ряду мы не провяжем перекрещенные накиды и вместе с ними у нас не окажется ширина 18 петель, как и была вот здесь вот. Сделали расширение до 18 петелек. С изнаночной стороны провязали 2 последних перекрещенных накида лицевыми петельками. И теперь мы продолжаем вязать вот эти 18 петелечек. Это и есть наша ширина повязочки до тех пор, пока у нас от точки начала расширения не будет где-то порядка 35 сантиметров, можно чуть-чуть больше. Но у вас обязательно можете померить на ребенка. От вот этой точки должно не хватать буквально пару сантиметров в растянутом состоянии. То есть уже примеряете вот эту полосочку на голову ребенка. И должно не хватать буквально вот такое расстояние в пару сантиметров не сходиться на голове. То есть вот этот, можно так сказать, участочек, вот, не меряйте только вот с места расширения, то есть вот здесь вот отсюда вяжем просто полосочку
и измеряем на голове ребенка. Вот эту ниточку, чтобы она вам в дальнейшем не мешала, и уже как бы мы ее закрепили, вы можете отрезать. Она нам больше не нужна. Продолжаем вязать просто поворотными рядами, как мы вязали вот здесь наши 8 петель. Только вяжем уже 18. Снимаем первую кромочную, все петельки лицевые. Последняя петля ряда с лицевой, с изнаночной стороны, вяжем изнаночной. Первую кромочную из лицевой, с изнаночной стороны, снимаем не провязанной. Вот я связала длину, и у меня получилось от места расширения длина в нерастянутом виде 36 сантиметров. И теперь мы в лицевом ряду находимся с вами, в нечетном ряду. Вот он у нас получается был первый ряд нечетный, и вот он последний нечетный. Сейчас мы начинаем делать точно такое же убавление, сужение, как делали вот здесь вот, когда делали вот визуальный наш ромбик. То есть мы точно так же начинаем вязать убавление в начале и в конце ряда. Кромочную снимаем, далее вяжем после кромочной 2 петли вместе одной лицевой. Далее все промежуточные петли лицевые до 3 последних петель в этом ряду. 3 последние петли мы свяжем с убавлением вместе 2 петельки одной лицевой и кромочная петля изнаночная. Далее четный ряд вяжем все петельки просто лицевые. Кромочную снимаем, промежуточные петельки все лицевые и последняя кромочная петля ряда изнаночная. Снова развернули на нечетный третий ряд, кромочную снимаем, далее следующие 2 после кромочной петли вяжем вместе одной лицевой. Промежуточные петельки у нас лицевые, вяжем до 3 последних петель этого ряда. Далее вяжем предпоследнюю петлю и третью петлю с конца вместе одной лицевой. И кромочная петля изнаночная. С изнаночной стороны в четном ряду кромочную снимаем и вяжем все петельки лицевые, последняя петля кромочная ряда, изнаночная. Снова развернули на нечетный ряд, кромочную снимаем, вяжем 2 вместе одной лицевой петлей. Все промежуточные петли вяжем лицевые до 3 последних петель в нечетном ряду в конце ряда. Далее вяжем 2 вместе одной лицевой и кромочная петля изнаночная. Изнаночный ряд, все петельки лицевые. Вот таким вот образом убавляем до тех пор, пока у нас с изнаночной стороны будет не провязано просто лицевыми петельками без убавлений 8 петель. То есть такое же количество, как у нас было здесь. Связали в четном ряду просто без изменения 8 петелек. И теперь, начиная с лицевого нечетного ряда, нам нужно провязать 10 рядочков. То есть такой же квадратик, как мы вязали после убавления вот этого нашего ромбика. То есть просто вяжем вот таких вот изнаночных 5 рядочков. То есть начинаем с лицевого, кромочную снимаем, все петельки лицевые, кромочная, последняя петля изнаночная, это первый ряд. Далее изнаночный ряд, второй без изменения. Третий лицевой, четвертый изнаночный, пятый лицевой, шестой изнаночный, седьмой лицевой, восьмой изнаночный, девятый лицевой и десятый изнаночный. Вот таким вот образом вяжем просто платочной вязкой. Связали 10 рядочков и теперь снова идем на увеличение. Кромочную снимаем, делаем накид, вяжем промежуточные 6 лицевых петелек. Далее перед последней кромочной делаем второй накид и кромочная петля изнаночная. В четном ряду мы провязываем эти перекрещенные накиды лицевыми петлями. Кромочную снимаем, далее за дальнюю стеночку вяжем лицевую петлю с накидом. Промежуточные петли до следующего накида мы вяжем лицевыми. И следующий накид также за дальнюю стеночку вяжем лицевой петлей. Кромочная петля изнаночная. В следующем ряду мы точно так же кромочную снимаем, делаем накид. Промежуточные петельки вяжем лицевыми до последней кромочной петли. И перед кромочной петлей делаем второй накид. Кромочная петля изнаночная. В четном ряду эти кромочные петельки точно так же снимаем, а накиды провязываем перекрещенными лицевыми петельками. Первый перекрещенный накид, далее промежуточные петли лицевые и доходим до второго накида. И вяжем также за дальнюю стеночку лицевой петлей, кромочная петля изнаночная. Сейчас мы сделали расширение до 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель.
Нам нужно расширить до тех пор, пока в изнаночном ряду вместе с перекрещенными накидами мы не провяжем 18 петелечек. Довязали 18 петелек с изнаночной стороны вместе с перекрещенными накидами. И теперь ряд лицевой и ряд изнаночный мы просто два ряда свяжем эти 18 петелек. Кромочную снимаем, далее промежуточные 16 лицевых и кромочная последняя петля изнаночная. И точно так же изнаночный ряд черный с другой стороны. Связали вот эту часть, связали два ряда просто поворотными рядами. И теперь будем идти на уменьшение, делать второй ромбик с другой стороны. Кромочную снимаем, далее две следующие петли после кромочной вяжем вместе одной лицевой. Промежуточные петельки вяжем лицевые до трех последних петель в этом ряду. В конце из двух первых петелек вяжем одну лицевую вместе. Вот так вот, 2 петли одной лицевой и кромочная петля изнаночная. Четный ряд вяжем просто по рисунку. Кромочную снимаем, далее все промежуточные петельки лицевые и кромочная последняя петля ряда изнаночная. Развернув на нечетный ряд, кромочную снимаем, далее снова после кромочной 2 петли вяжем вместе одной лицевой. Промежуточные петли до 3 последних петель в этом ряду вяжем просто лицевыми петельками. В конце перед кромочной делаем 2 вместе одной лицевой, то есть убавление, и кромочная петля изнаночная. С четного ряда с изнаночной стороны кромочную снимаем и промежуточные петельки все лицевые. Кромочная последняя петля ряда у нас изнаночная. Повернули на лицевую сторону, кромочную снимаем и так и продолжаем делать убавление после кромочной и перед кромочной. Все остальные петельки промежуточные продолжаем вязать лицевыми до тех пор, пока мы не дойдем всего лишь до начальных. Вот так вот сделали убавление, кромочная, изнаночная, пока не дойдем до начальных 4 набранных петелек. Вот они у нас в начале были 4 набранные петли. Мы точно так же и будем заканчивать 4 петельками. Четный ряд, как всегда, у нас вяжется по рисунку, а убавление в начале и в конце ряда после кромочной и перед кромочной делаем в нечетных рядах. В последнем лицевом ряду, там где сделали 2 подряд между кромочными сокращения убавления, у нас осталось 4 петли. Мы, не разворачивая на изнаночный ряд, просто берем, переснимаем первые 2 непровязанные петли, вот так вот. То есть, чтобы рабочая ниточка у нас была с левой стороны, как провязали, просто подвинули на второй край спицу. И вот так вот переснимаем кромочную на предпоследнюю петлю. Далее еще одну петельку сюда переносим. Предпоследнюю переснимаем на предыдущую петлю. И затем берем последнюю провязанную петлю и на нее переодеваем предпоследнюю. Таким образом мы сделали закрытие петелек. И у нас осталась одна лишь рабочая петля, которая идет вот эта рабочая ниточка. Для удобства берем крючок, переснимаем вот эту последнюю петлю на крючок. И далее делаем воздушную петельку, затягиваем раз и воздушную петельку 2. Теперь вытягиваем ниточку и можете отрезать вот этот хвостик. Вот так. Теперь берем, хорошо затягиваем петельки и крючком прячем вот этот хвостик, который у нас остался, чтобы он нам не мешал. Он нам не нужен, поэтому мы прячем его вот так вот между кромочными косичками. Можете даже завязать здесь узелочек, просто чтобы аккуратненько спрятать вот эту ниточку. То есть она нам больше не нужна для работы. Мы можем ее вот так вот спрятать еще где-то не по ходу вязания, а вот так вот в противоположном ходу. То есть прячем вот эти ниточки, краешки. Точнее, она у нас одна благодаря тому, что мы провязали первый ряд вот здесь вот вместе 2 ниточками. И все, у нас получился вот такой условный шарфик с ромбиками на краях. Спрятали ниточку, отрезали краешек. И теперь рекомендую вам привытянуть вот эти части, там, где мы с вами связали 10 рядочков. И сейчас за вот эти стороны мы будем делать узелочек. То есть на расстоянии, там, где у нас узкие части, мы будем завязывать салопу. Между нашими сужениями вот так вот длина шарфика составляет порядка 39 сантиметров, но оно хорошо тянется, пружинит, поэтому я думаю, что будет все отлично. Теперь мы берем, складываем
вот так вот нашей салохой узелочек за узкие части. Можете взять любой стороной, удобной вам для складывания. И завязываем узелочек. Вот так. Проталкиваем одну часть сквозь отверстие. И хорошо-хорошо затягиваем. Перед тем, как хорошо идеально затянуть, я рекомендую вам немножечко расправить, чтобы все-таки узелочек был красивенький. И в дальнейшем вам не пришлось его перевязывать. Вот, я сделаю вот такую вот поправочку. А затем уже начну поправлять вот эти части, которые у нас идут как ромбики. Вот эти части обязательно нам нужно расправить, чтобы они были красивые достаточно. И вот что у нас получилось. У нас получилось бантик красивенький завязанный. И здесь, что мне нравится, что здесь есть промежуточек и нет громоздкости некой. То есть очень красиво этот бантик смотрится на голове. Можете бантик по-своему завязать, как вам удобно. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались со мной на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!